Итак, Фок, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Мое условие, надо объехать вокруг света за 80 дней. Невероятно! Мы сделаем это. Но помните, это ваш единственный шанс. Путь круг света в 80 дней, чтобы стать супругом Блинды Мейс. Фикс, где ты? Я к вашим услугам, лорд Мейс. Помешай их путешествию и сделай все, чтобы они за 80 дней не успели. Нам мистер Фикс решил вредить, чтоб лорду Мейзу угодить. Должны его мы победить. О, Фикс! Будь осторожен, мой дядя посылает Фикса, чтобы помешать вам. Не беспокойтесь, мадемуазель, я поеду с ним и буду оберегать его от Фикса. Итак, у нас всего 15 минут, чтобы сесть на корабль, отплывающий во Францию. Собирайся. Слушаюсь, месье. Что мы возьмем с собой на этот раз? Да. Всего несколько вещей. Один газетный лист, пузырь для льда, компас, зубочистку и, о, да, разводной ключ. Газетный лист, пузырь для льда, компас, разводной ключ и зубочистку. Все. Где то-то? Ах ты, противная обезьянка, ко мне то-то. Сегодня мы не можем терять ни минуты. Очень важно, чтобы мы были в Париже в 4 часа. Ровно в 4 часа? И ни минуты позже. Я должен встретиться со своим другом, мистером Альбертом Сантос-Дюмоном. Если же мы не встретимся с ним ровно в 4 часа, мы не объедем свет за 80 дней. Наш успех зависит от него. Да в путь, месье! Именно, мой мальчик. Слышали, мистер Фикс? Каждое слово, мистер Фикс. Все зависит от вас, мистер Фикс. Опоздай Фок на минуту, и он проиграл. Все, что от вас требуется, это задержать их, мистер Фикс. Невозможно, мистер Фикс. У вас есть план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? О, я задержу этого Фока. Ну, это Фикс, это Фикс. Видите его котелок? Один котелок, это еще не Фикс. Нет, 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 вы слишком доверчивы. Я не хочу рисковать. Месье Фикс очень хитрый. Ага! Пардон, месье матрос. Вы не видели толстяка в котелке с зонтиком? Вот такого. Я его не видел, приятель. Его зовут Фикс. Он хочет помешать нам доехать до Парижа. Мы должны объехать вокруг света за 80 дней, и Фок сможет жениться на Блинде Мейс. Неужели? Внимательно следите за ним. Да, сэр. Они приближаются к Парижу, мистер Фикс. Но они ни за что не приедут туда к 4 часам, мистер Фикс. Видите этот магнит? Я положу его рядом с компасом, и компас капельку испортится. И наш корабль поплывет на север. Отлично, мистер Фикс. Я так и думал. Я задержу этого Фога. Это Фикс. Это Фикс. Это проделки мистера Фикса. Я так не думаю. Но, месье, у него зонтик и котелок. Даже зонтик и котелок – это еще не Фикс. Никогда не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Понятно? На этот раз я уверен, я должен защитить вас от Фикса. Получай! Как ты смеешь? Вот тебе! Вот тебе еще! Еще! А-а-а!
Мне кажется, ты поторопился сказать гоп. Приятель, пойди вниз выпей чай. Я побуду здесь. О, спасибо, дружище. Курс ист, и капитан требует следовать строго по курсу. Строго на восток, приятель. Хе-хе-хе-хе. Только я положу магнит рядом с компасом, и восток сразу станет севером. Хе-хе-хе-хе. Мы приплывем в Норвегию. Странно. Я уверен, что мы изменили курс. Дай-ка компас паспорту. Корабль плывет на север, а не на восток. Нельзя терять ни минуты. Что-то произошло. Это Фикс, это Фикс. Все дело в капитане. Это переодетый мистер Фикс. Он хочет, чтобы мы опоздали на поезд. Но паспорту... Да я уверен, месье Фок, у него даже есть усы. Чепуха паспорту. У Фикса черные волосы. Вам не хватает осторожности. Месье Фикс мастер переодеваться. Даю голову на отсечение. Это парик, а усы приклеены. Поэтому курс изменили. И все же это еще не доказательство. Запомни, никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И все-таки я займусь этим. Держи штурвал. По курсу 1000 чертей. Это месье Фикс, я уверен. Он должен быть в парике. Сейчас я проверю. О! Ну и ну, опять я ошибся. Простите, капитан. Ошибся? Я тебе покажу, ошибся. Взять его, бросить его за решетку, дернуть его на ног крее. Чтоб тебе перевернуться вверх килем. О, кажется, я снова поторопился сказать гоп. Простите, месье. Держите его. Держите. Ну, довольно. Ударился головой. Теперь успокойтесь, вы оба молодцы. А я поднимусь на мостик, чтобы выправить курс. Извините, сэр, но ваш компас, несомненно, испорчен.
Не хватало мне еще услышать от какого-то сухопутного, что мой компас испорчен. Но это так, сэр. По моему компасу мы плывем на север, а по вашему на восток. Вы уверены, что ваш правильный? Смотрите. Тысяча чертей, магнит! Вот именно. Но кто же? Я думаю, что он убежал. Эй, приятель, помоги мне спустить шлюпку. Давай быстрей. А что, корабль тонет? Нет, нет. Просто я хочу проверить, не течет ли шлюпка. Ну, живее. Спускай. Быстрей, быстрей. Порядок, приятель. Пока. Пока. Пока? Это Фикс. Это Фикс. Ты догадлив, приятель, это проделки Фикса, но следующий раз будет последним. Я задержу этого Фога. Погодите у меня. Ну и ну, мы опоздали на парижский поезд. Остается только догнать поезд на следующей станции. Иначе мы не встретимся с мистером Сантос-Дюмоном в 4 часа. Хорошая работа, мистер Фикс. Они не будут в Париже вовремя. Впереди станция, останавливаюсь. Смотрите, месье Фок, вам не кажется, что кондуктор это месье Фикс? Глупости, паспорту. Он такой же Фикс, как и я. Никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но он может быть переодет. Надо держать ухо востро. Все это очень подозрительно. Я его разоблачу. А пока надо предупредить машиниста. На него всегда можно положиться. Месье машинист, простите. Что такое, парень? Хочешь взглянуть на паровоз? Нет, месье, дело очень серьезное. Я хочу предупредить насчет кондуктора. Кондуктора? Это может быть вовсе не кондуктор, а переодетый месье Фикс. На самом деле он выглядит вот так. Он попытается остановить поезд, чтобы мы не попали в Париж к 4 часам. Ага, я заметил, что он какой-то странный и ведет себя подозрительно. Хватай его, когда он спросит билет. Мне нужна ваша помощь, чтобы связать его. Можешь на меня положиться. Ладно, как только я крикну, бегайте. Договорились. Отправлено. Вам не удалось задержать их, мистер Фикс. Лорд Мейз будет в бешенстве. Но у меня есть план. Надо еще, чтобы он был хороший. Он великолепный, мистер Фикс. Ну? Я собираюсь уменьшить давление пара в котле, выброшу рычаг управления и спрыгну с поезда. И что? Когда давление упадет до этого уровня, поезд замедлит ход и остановится. Они не доберутся до Парижа и к полуночи, не то что к 4 часам. Это великолепно, мистер Фикс. Я думаю, я задержу этого Фога. Точно по расписанию. Хорошо. Билеты. Билеты, пожалуйста. Попался Фикс. Машинист, машинист. Я здесь. Помогите связать его. Подержи этот узел пальцем. Месье, месье, Эй, все, всех связал. Это Фикс, это он, это Фикс. Мадемуазель Блинда была права, он мастер перевоплощения. Да, я Фикс, и теперь вы в моих руках. Пар из котла выпущен, я выбросил рычаг управления, и когда давление упадет до нуля, поезд остановится и надолго. Вы не доберетесь до Парижа к 4 часам. Пока! Видите, месье Фок, я правильно подозревал, но я выбрал не того человека. И он сейчас удирает! Он удирает! Что делать? Поезд замедляет ход! Дай-ка мне, пожалуйста, газетный лист. Но, месье, не время читать газету. Смотри.
Я просовываю газету под дверь. Дай зубочистку. Я проталкиваю ключ вот так. Вытягиваю обратно газету, и вот он ключ. Теперь откроем дверь. Ну и ну! Вы гений! А теперь паровоз. Разводной ключ паспорту. Я хочу отправить телеграмму. Да, мсье. Лорду Мейзу, Мейз Холл, Затхлое болото, Сассекс, Англия. Записали? Да, мсье. Ваша светлость, миссия окончена с помощью огромных усилий вашего покорного слуги. Бог и паспорту потерпели поражение благодаря гению вашего верноподанного, то есть меня. Они не доберутся до Парижа, не говоря о путешествии вокруг света. Поэтому я немедленно возвращаюсь в Англию за вознаграждением. Подпись. Проклятие! Месье, проклятие кому? Это они! Это они! А телеграмма, месье? Телеграмма? Телеграмма? Оставьте ее себе! Жандарм! Жандарм! Помогите! На помощь! В чем тут дело? Сумасшедший англичанин. Он убежал. Я боюсь, что он болен. Помогите ему. О, не бойся. Я его найду и помогу ему. О, вот он где. Убегает. Быстро. Я его поймаю. Стой! Стой именем республики! О, мистер Фикс, это неожиданный поворот событий. Стычка с французской полицией. Если вы намерены остановить Фога, мистер Фикс, тогда вам надо удирать, мистер Фикс. Стойте, месье, я хочу помочь вам. Я говорю, остановитесь, я хочу вам помочь. Ну и что, мистер Фикс, Фок приехал в Париж. Я думаю. Вам надо лучше думать, мистер Фикс. Вы сказали, что если они задержатся в пути, это ключ к успеху. А вы пока что их ни на минуту не задержали. Вот оно, мистер Фикс. Вы сказали магическое слово. Ключ, ключ. А, я задержу этого бога. Потерпите. Ну-с, невзирая на нашего друга Фикса, мы прибыли вовремя. Ах, месье Фок, как жаль, что у меня нет времени показать вам Париж. Это самый прекрасный город в мире. А, джентльмены, вам нравится наш прекрасный город, да? Очень хорошо. И это очень приятно, потому что вы миллионный гость в нашем праздничном Париже. От имени отцов города я приглашаю вас на небольшую церемонию вручения ключа от города Парижа. Прошу вас! Очень мило с вашей стороны. Где происходит церемония? Конечно же, на вершине Эйфелевой башни, на высоте 1000 футов над городом. Париж будет лежать у ваших ног. А в котором часу состоится церемония? Без четверти 4. Ну, если это ненадолго, тогда мы успеем на встречу с Сантос-де-Гоном. О, это очень короткая церемония. Идемте. Сюда, пожалуйста, джентльмены, на торжественную церемонию. В честь такого события мы поднимаемся на лифте на самый верх. Ну и ну, какой вид! Посмотрите туда, месье Фок, это Лувр. А вон там, месье, триумфальная арка, построенная в честь побед Наполеона. Ах, Париж, Париж, другого такого города нет. Посмотрите вниз, там знаменитый собор Парижской Богоматери. Это один из величайших... Верхний этаж, выходим. Сюда, пожалуйста. Замечательный вид, одно из самых высоких сооружений в мире. Вы узнаете? Да, сэр, спуститься будет нелегко. Я рад, что вам понравился вид, потому что наслаждаться им вам придется долго. Что? Что? А как же ключ от города? Сейчас вам нужен только один ключ, и вы его не получите. Пока! На этот раз я уж наверняка задержал вас. Встреча в 4 часа не состоится. Осталось всего 5 минут. Эй, паспорту! Никогда не говори гоп! Ну и ну!
что делать? У вас есть что-нибудь в саквояже, что выручит нас отсюда? Саквояж, он пуст. Ну, теперь мы действительно пропали. Мы не сможем встретиться с месье Сантос-Дюмоном. Я бы на твоем месте, паспорту, не стал бы говорить гоп. А вот и сам Сантос-Дюмон. Ну и ну, дирижабль! Именно. Альберто Сантос-Дюмон – один из величайших пионеров воздухоплавания. Он совершает регулярные полеты между Эйфелевой башней и Сент-Клюз. Рад вас приветствовать. Прошу на борт. Смотрите, смотрите. Ну, что вы скажете лорду Мейзу, мистер Фикс? Почему не сказать правду, мистер Фикс? Что это такое, мистер Фикс? Это значит, что все взлетело в воздух, мистер Фикс! Восхитительный способ передвижения. Это корабль будущего. В будущем все станут путешествовать по воздуху. Никаких заторов, пыли. Не проделок Фикса, ха-ха! Молодец, паспорту. Закончился победой рейс. С паспорту! Я женюсь на Блинди Мэй. Не будет мистер Фикс вредить, чтобы лорду Мейзу угодить. Мы победили! С паспорту! Кто весело идет вперед, кто не пугается невзгод, тот побеждает.